результате открытости, прозрачности. Смотрите, что произошло в этой сфере. И я могу сказать, что это политика и главы государства, и, соответственно, она исполняется министром. Это высокая этичность и безупречный поведение. Вот эти все качества как раз сегодня присущи вашему министру. Ну и, соответственно, окружение. Поставьте в руководство честных людей, которые подвергли себе подобное. Сегодня идет кардинальное изменение в системе Министерства образования и науки. Значительно снизить. Вот то, что я сама проезжала по многим регионам, я видела, что многие внедряют цифровые форматы для поступления на работу. При этом все ресурсы организационные, информационные, материальные находятся в полном распоряжении местных исполнительных органов. Исходя из этого, мы предлагаем на законодательном уровне усилить ответственность местных исполнительных органов в сфере образования. Я тебе не толпился, он говорит, что моя отрасль очень нет, люди жарко.